Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Блог Золотого. Сегодня был в городе Кант, все как обычно, покупал продукты и увидел сегодня на базаре торговал мой друг. Он хороший человек и торгует он просто замечательным продуктом национальным, это курут. Я впервые в жизни увидел столько курута, как у него, и продает он это недорого. Вот такие виды у него курута есть. Он мне дал несколько штук, все на пробу. Я, кстати, как бы ценитель курута разного. Здесь стандартные, копченые есть, даже фруктовый, вот есть по чуть-чуть. Он еще торгует глиной. Глина у него разные виды. Кстати, для ценителей курута можете к нему зайти в гости, попробовать. Это с топленым маслом. Ага. Я просто правильно выговорить, возможно, ага, не смогу, поэтому не буду рисковать. Это, короче, классический. Так, что пробую? Классический, ага. Классический, это вот тоже классический, это другой. Это, формат. Походу, копченый, да? Это копченый. И они тоже, да? Это более копченый, есть менее копченый. Ага. Есть, короче, такие более помягче простые, а есть более потверже. Вот, прям термоядерно копченый. Это что? А вот это туго, твоя уголь, говорю, это глина, да? Вот, эльцированная. Да. А что, разные виды, да? Не-не, тут что ж, три зона. Это, почем? Это уже глина. Почем они, глина? И тут разные цены, все. Не, понятно, почем просто. Это... Глина 20 сомов. А это что? Крут, глина, крут. Здесь то же самое, только это тут же, более побольше, да? Форму. Острый, да? Фруктовый там есть? Киви, киви, банан. Ну, я, короче, возьму, и, давайте еще немного. Короче, киви, банан, самое главное забыл. Ладно, самое вот это, а вот это что? Это скроги, которые, да, куру. Ага. Это еще небольшой, будет, еще будет. Будет, да? Я сейчас именно работаю над видами, еще будут виды. Ага. Это пока все, что мы пока имеем, но все, будет еще. Сейчас, ребят, все, Коробкант. Центр, район Кабыкея. Приходите сюда, Малик всех угостит. По, да, промокоду золотой. По промокоду золотой. Каждый третий курут бесплатно. Не, серьезно, маленький, приходите, да, угощайтесь, да, проблем. Да. Угостим, объясним, расскажем. Ну что, все. Вот так вот. Такой большой кулечек, все, попробуем. Дома все расскажу и покажу, как что на вкус. Как вы сказать, лучше есть полезную пищу, чем грызть какие-то, да, чипсы непонятные. Ты давай тогда я поштучно в каждый возьму. Все, без проблем. Сейчас соберем, сейчас мне... снарядим. Сейчас снарядим мы... тебя в дорогу. Давай. Давай, любой поштучно. Так что можешь просто привет всем передать еще. Да, по-любому, да, давай. Передаю себе привет, жду себя здесь. Возле Канакея, да? Возле вот этого здания. Все ждем. Да, Мали здесь. Спасибо. Так что, ребят, приходите, все. Тут самый классный большой выбор курута в Канте. Ну вот, дорогие друзья, вот такой замечательный курут. И вот три вида глины. У него там, по-моему, еще один вид глин был. Я пока не стал брать. Ну, короче, я хочу что попробовать вот таких вот фруктовых курутов. А дает каким-то фруктом, то ли манго, типа вот мандарина, да, что-то вот мандариновый вкус, кстати, напоминает. Так, прикольный на вкус, ничего не скажу. Сейчас зелененький попробуем. Зелененький, то ли киви. Да, больше всего на киви похож. Капец вкусный. Вот реально вкусный, крутый. Кстати, розовый. Вот розовый не могу понять, но что-то знакомый вкус какой-то. Он, кстати, самый вкусный вот и всех трех. Вообще обалденно. Вот такой вот есть курут. Как он назвал его, если честно, я даже не знаю название. Ну, с каким вкусом, имею в виду. Так что сейчас попробуем. Ммм.
Кстати, очень вкусный. Вот этот прям мне зашел. Прям конкретно. Сейчас копченый еще попробуем. Напоминает чечил. Вот прям. Ох. Солененький такой, ядерный. И такой сильно прям копченый. Прям чечил. Вот именно вот такой, кстати, под пиво подойдет. Вообще прям супер будет. Вообще кайф. Ну и вот стандартный, просто круты тоже есть. А глину я пробовать не буду. Глину я как бы не ем. Так что как-то так. Я, если что, в YouTube-канале выложу ссылку прямую на его Instagram-аккаунт. Он там в сторис постоянно выкладывает, где он находится, чем он торгует. Он раньше торговал рыбой копченой, сейчас он крутами. Я не знаю, у него в планах еще больше увеличить ассортимент своего товара. Так что, друзья, приходите, покупайте. Вот так вот все вкусно, все классно. Всем до свидания, удачи, пока. Все как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.